Я могу сказать только еще самое очень важное, вот, да, вдогоночку тебе, вот, что когда люди понимают разные другие техники и опыт большущий, вот как, допустим, у тебя, вот, у тебя опыт в разных техниках большой, вот только тот понимает по-настоящему, что за этим методом стоит. Да, я это понимаю, и Надежда Леонидовна абсолютно правильно сказала, потому что я занимаюсь остеопатией больше 15 лет, пальпация у нас профессионально нас натаскивает очень здорово на это, но, к сожалению, результаты я не могу сравнить с этим методом, здесь результат выше, поэтому мне очень хочется учиться, по возможности закончу 10, сколько там, 20 ступеней, сколько надо, я закончу. Спасибо. Ну, у нас сейчас закончили 10-ю ступень. Вторая, вот второй заход появился у нас, да, появились еще специалисты, которые уже владеют методом. Но тут они все говорят, а мы хотим дальше, и знать, что есть дальше, дальше есть. Поэтому 10 ступеней – это основа. Остальное уже так, как кому это надо.